На заднем фоне у меня Литва. Это город Советск. В Советске в парусе на сцене. Хотел выкинуть какой-то мусор в помойку. Пригляделся. Посмотрю тут. Лица-то знакомые. Знакомые-то лица. Ух ты. И главное же, много их. Как так? Слушайте, ну преследует он меня там, где я работаю. Он все время потом с концертами. Я в Новгородской, он в Новгородской. Я сюда, он сюда. Ё-моё. Слушайте, неожиданно в Советском. Военная техника. Вроде как ее не было, либо я не замечал в прошлые годы, когда был. Эка, почему-то с катерами. Ага, водная, то есть актуально здесь. Здание немецкое, техника советская. Обалдеть, какие штуки дырки. Ух. Да, неплохо получилось. На заднем фоне у меня Литва. Это город Советск. Там мост королевы Луизы. Вот. Так вот, приграничная территория. В общем, до еврозоны два шага. По мостику можно, имея визу и загранпаспорт и отсутствие ограничений, дойти ножками и оказаться в Европе. Видимо, линейка подтопления. Вот. Ну, полтора часа до второго концерта. Надо идти потихонечку готовиться. Приятно работать в хорошем зале. Как хорошо, что ограничений все меньше и меньше становится. Вот всего два человека запрещено садиться в зале, остальным можно. Спасибо этому залу. Все было классно, зрителей было. Вот полню биткоин, как говорится, в рамках дозволенного. Всем счастливо, всем пока. Ой, всем спасибо, сегодня хороший день. Ой, все, пожалуйста. Да.